Накануне большой куш сорвали гродненские оперативники. В руки правоохранителей попались крупные валютчики. У финансовых спекулянтов изъяли доллары, евро, российские и белорусские рубли на 2 миллиарда. Основы денежной команды составляли два местных жителя, обоим чуть больше 40. Валютчиков взяли с поличным в момент покупки 8 тысяч долларов. Чуть позже у задержанных также нашли еще 57 тысяч долларов, 35 тысяч евро, без малого 5 тысяч российских и около 450 миллионов белорусских рублей. Обвиняемых теперь ждет наказание, характерное для их деятельности – существенный штраф.